This conference will now be recorded.
Уважаемые коллеги, кто уже подключился к семинару, мне необходимо проверить качество звука. Напишите, пожалуйста, в чат, как вы меня слышите. Ой, Анастасия, здравствуйте, рада вас видеть, слышать. Спасибо большое, вы, как всегда, первые мне отвечаете. Слышно хорошо, спасибо. Все замечательно, тогда у нас еще 15 минуточек есть в запасе. Отключаюсь пока. Спасибо большое, Ирина.
Что ты, блядь, не подключаешься? Твоя дивизия. Уважаемые коллеги, с кем еще не здоровалась, добрый вечер. У нас 5 минут остается до начала вебинара. Вы пока можете проверить качество звука, сделать потише, погромче, проверить, как у вас картинка на экране. Если какие-то неполадки у вас, да, то, соответственно, пишите, мы будем выяснять, у всех это или только у вас. Если у вас есть какие-то организационные вопросы, тоже можете пока в чат писать. Еще такой момент. Отключайте, пожалуйста, у себя микрофончики, если вы ничего не хотите спросить голосом, да, чтобы мы вот друг другу не мешали с вами. Если есть какие-то вопросы у вас ко мне, пожалуйста, пишите.
Так, Елена, где найти файлы? Смотрите, у вас, скорее всего, на электронной почте, когда вы регистрировались на этот вебинар, есть ссылка на личный кабинет. Вы в него заходите, находите в самом низу раздел «Домашние задания», «Моя группа», но вот навскидку, к сожалению, не вспомню, как это называется. Заходите в материалы группы. Коллеги, помогите, если кто-то уже зашел в личный кабинет, сориентируйте. Напишите, пожалуйста, как там разделчик называется, где доступны материалы. Так, ну вебинар у нас часовой, Дмитрий. В общем-то, даже скажу так, что час это академический, не астрономический. Но, к сожалению, вот моя программа вебинара, она ровно на час. Я боюсь, что в 45 минут не уложусь. Если вдруг вы спешите, у нас будет запись потом вам доступна в течение долгого-долгого времени. Коллеги, скажите, пожалуйста, у кого-нибудь удалось зайти в личный кабинет, скачать материал? Удалось. Угу. Мои курсы, страница группы, материалы группы. Да, Юля, спасибо вам большое. Добрый вечер. И еще такой момент, коллеги. Если у вас по ходу вебинара, так как у нас время ограничено, а вас, участников, да, количество немаленькое, возникают вопросы любого характера, вы, пожалуйста, вот у меня к вам просьба, заготавливайте их себе, да, эти вопросы все, не оставляйте нерешенными. После того, как я вам все прочитаю, все расскажу, вы мне прямо эти вопросы в чат выкладываете. И я не уйду отсюда, пока не отвечу на все-все ваши вопросы. Екатерина, здравствуйте. Ну и по ходу вебинара я вам буду тоже некие вопросы задавать, но чтобы вы, так скажем, подбодрить вас, чтобы вы не расслаблялись. Вы мне, пожалуйста, по возможности тоже ответы кидайте в чат. Также буду спрашивать, все ли нормально, все ли понятно, плюсики. Вот в таком случае, да, плюсики просто в чатик ставите и все. Я очень часто ориентируюсь на ваши плюсы, ну, дабы понимаю, что все в порядке со связью. Такой еще момент. Если вдруг вам слышно было, все нормально, и тут раз перестает быть слышно. Вот что вы в данном случае делаете? Напишите в чат. Если вы видите, что только у вас такая проблема, F5. Попробуйте перезагрузиться, возможно, что-то с интернетом с вашим. Зайдете снова в вебинарную комнату, и все будет уже окей. Если какие-то реально проблемы, то тогда в техническую службу. Если же вы видите, да, ну, соответственно, я увижу, что проблема массовая, она у всех, то тогда уже я предпринимаю действия определенные. Так, и по поводу микрофончиков еще разочек скажу. У вас микрофон во вкладке Go to Meeting, значок микрофона, верхний самый, да, слева. Вот, если вы ничего сказать не хотите, его, пожалуйста, отключайте, чтобы не фонило, не шумело. Так, и у нас 18:30, мы, в принципе, с вами можем начинать. Замечательно. Всем еще раз здравствуйте, кто только подключился. Значит, тема сегодняшнего вебинара – управленческий учет, как выжить в кризис. Да? Тема такая очень интересная, очень серьезная, очень актуальная. Не будем говорить, почему, обсуждать и так далее. Вот, тема эта в рамках курса «Основы управленческого учета и бюджетирования». А о себе. В общем-то, сейчас на слайде информация представлена, вы можете с ней потом подробнее ознакомиться. Единственное, что я вам скажу, что и опыт моей работы, и практической, и преподавательской, и образования, как основное, так и дополнительное, в общем-то, все это в одном направлении, финансово-экономическом. В учебном центре «Специалист» я читаю три курса: «Основы экономики», «Основы управленческого учета и бюджетирования» и курс «Анализ», «Анализ финансового состояния предприятия». Пару слов про курс «Основы управленческого учета и бюджетирования».
в общем-то, очень часто возникает вопрос, а что, в принципе, на нем делается, да, вот можно по-разному интерпретировать, можно подумать, что это некое ведение бухгалтерского учета, только как-то под другим углом. На самом деле, на данном курсе мы рассматриваем основные методы учета для того, чтобы управлять предприятием, управлять бизнесом. И рассматриваем блок бюджетирования целиком и полностью. Вот чтобы более подробно ознакомиться с программой, зайдите на сайт, посмотрите вот все пункты досконально, какие там представлены, мы их проходим на курсе. Если у вас еще какие-то вопросы дополнительные будут возникать, то тоже после вебинара с удовольствием отвечу о программе самого курса. Значит, после того, как вы заканчиваете данный курс, вам уже доступны будут все те курсы, которые вы видите сейчас ниже. Это и организация бюджетного контроля в Excel, это и анализ финансового состояния, и практикумы мы по финансовому анализу и так далее. Управленческий анализ, бюджетирование в 1С ERP. В рамках сегодняшнего вебинара что мы рассматриваем? Мы рассматриваем такую интересную тему, которая называется «Построение финансовой модели». Почему я выбрала именно эту тему? Очень много, в общем-то, слушателей наших курсов по моей практике задавали мне вопрос часто. А что такое финансовая модель? Работодатель сейчас при проведении собеседования требует, да, основное требование, умеет ли кандидат строить финансовую модель. И, в общем-то, для того, чтобы мы понимали, что это такое, как ее применять на практике, тем более в контексте сегодняшней нашей темы, как выжить в кризис, как нельзя актуально, да, построение финансовой модели. Говорим про нее, что это может быть, как ее можно построить, как ее можно использовать. Далее говорим про связь финансовых моделей и финансовой политики, тоже важный такой аспект управления предприятием. И третий пункт у нас – принятие управленческих решений с использованием финансовой модели. Ну, в общем-то, здесь я хочу вам просто осветить перечень тех вопросов управленческих, которые можно решить при помощи, опять-таки, финансового моделирования. А, уважаемые коллеги, я не буду долго останавливаться на теории, потому что у нас предполагается в вебинаре такая серьезная практика, да? Тем более, что здесь все очень, так думаю, наглядно расписано. Если вкратце, то финансовая модель – это инструмент для финансового моделирования. Что такое моделирование? Ну, мы сами представляем, что это некий такой конструктор, да, мы из каких-то базовых кирпичиков строим уже корпус, основу, и дальше уже думаем, что с этим делать. Вы наверняка в своей практике сталкивались построением моделей для принятия инвестиционных решений. О чем я говорю? Об инвестпроекте, да? Например, программа Project Expert. Мы на входе задаем какую-то информацию, какие-то основные параметры, базовые данные. Ну, например, сколько у нас оборудования, срок эксплуатации предполагается по нему, какая ставка процентная и так далее. Это мы все задаем с вами на входе. Далее компьютер нам все это строит, моделирует и на выходе выдает уже некий проект с показателями для принятия решений. Вот в данном случае я вам сейчас говорила про финансовую модель для цели управления инвестициями. Финансовые модели бывают комплексные, когда мы учитываем не только инвестиционную деятельность, но и текущую, и финансовую. Финансовые модели бывают предметные. Вот сегодня мы с вами как раз-таки предметную финансовую модель такую рассмотрим. И наша предметная модель будет касаться текущей операционной деятельности. То есть инвестиции мы там исключим. Комплексные финансовые модели мы рассматриваем как раз-таки на курсе «Основы управленческого учета и бюджетирования». Там у нас будут задействованы все виды деятельности, и инвестиционные, и текущие, и финансовые. Соответственно, в принципе, любое экономическое обоснование, любой экономический или финансовый расчет можно назвать финансовой моделью. И как вы понимаете, финансовые модели бывают простые,
от самого элементарного, да, если мы забиваем какие-нибудь факторы, например, цена и объем продаж, получаем на выходе выручку и начинаем подбирать цену для того, чтобы увеличить нашу выручку. Это тоже будет финансовая модель, но она будет очень маленькая, мини-модель. И, соответственно, финансовые модели бывают большие, громоздкие, которые содержат не один показатель финансовый, а несколько или массу показателей. Как я уже сказала, для того, чтобы модель построить, нужно взять какие-то исходные данные. Мы скажем, что это данные на входе. Далее, учесть их взаимосвязь. Например, мы все с вами знаем основные формы финансовой отчетности. Отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, да, баланс. И между этими формами, несомненно, есть корреляция, есть связь. Все показатели взаимосвязаны. Так вот, когда мы с вами берем входную информацию, учитываем связь этой входной информации, то на выходе мы уже получаем нечто, что мы можем потом менять, да, для себя. То есть, изменяя параметрические входящие данные, мы будем получать измененный уже полный комплект показателей на выходе и принимать решения. Что нужно для того, чтобы построить финансовую модель? Что нужно знать, что нужно учесть? Но, несомненно, взаимосвязь форм финансовой отчетности, то есть что такое отчет о финансовых результатах, что такое отчет о движении денежных средств, да? В чем разница начислений, в чем разница денег, какая связь между этими показателями. Далее, основные методы управленческого учета, как, например, классификации затрат на постоянные и переменные, прямые и косвенные и так далее. Принципы определения финансовых результатов, методы оптимизации финансовых результатов. Вот сегодня мы как раз про один из них поговорим с вами. Основы финансового анализа, то есть основные показатели, да, как они считаются. Прибыль, рентабельность, оборачиваемость и так далее. Ну и, соответственно, также нужно будет применять принципы, методы планирования и прогнозирования. Давайте вот посмотрим на следующий слайд. Если мы с вами говорим о том, что будем строить финансовую модель, с чего мы начнем? Слева у нас исходная информация. В качестве исходной информации мы можем брать данные наших управленческих отчетов, если у нас есть управленческий учет, да, если нет, то тогда бухгалтерских отчетов. Так, коллеги, Елена, звук пропадает, у остальных... Все нормально, я так понимаю, да? Елена, тогда F5, клавиша F5, попробуйте F5. Угу. Так, что у нас еще на входе? Данные инвестиционных проектов. Если у нас, например, модель затрагивает инвестиционные решения или комплексная модель. И другие данные, которые мы не видим в отчетности как таковые, но мы их можем взять из нашей базы. Из базы ведения учета, бухгалтерского или управленческого. Когда мы эти данные с вами взяли, мы начинаем формировать финансовую модель, закладываем в нее именно те показатели, которые нам нужны, и отсекаем те, которые для нас нерелевантны в контексте принятия решений, дабы они не отвлекали от сути. Что мы получаем в первую очередь? Мы получаем реальную ситуацию, то есть картинку того, что есть сейчас. Дальше. Реальную ситуацию начинаем с вами экстраполировать на предполагаемую будущую ситуацию. Для этого меняем исходные данные, да? Закладываем какие-то новые факторы, новые параметры. Ну, например, хотим посмотреть, а что у нас будет с финансовым результатом, если мы будем применять факторинг, если мы будем применять дисконтирование счетов фактур. Если мы, например, проведем переговоры с поставщиками и удастся увеличить срок отсрочки платежа, да, по договорам и так далее. Соответственно, мы получаем предполагаемую ситуацию, и здесь даже можем применять сценарный подход. То есть у нас не один сценарий, а несколько. Выбираем самый оптимальный. Далее говорим о том, что мы будем придерживаться самого оптимального сценария по нашей финансовой модели. Соответственно, нам его нужно с вами описать.
Коллеги, вот здесь у нас на слайде практикум, да, но мы сейчас с вами посмотрим теорию, потом перейдем на практику. Если же вы будете самостоятельно еще, да, смотреть данный вебинар, то советую поставить на паузу, пойти в практику вот как раз на этом месте, да, а потом вернуться в теорию. Итак, связь финансовой модели и финансовой политики. Если мы финансовую модель с вами построили, применили сценарный подход, выбрали оптимальный сценарий развития событий, развития бизнеса. Вот далее уже по оптимальному сценарию мы разрабатываем финансовую политику. То есть описываем действия, мероприятия, какие необходимы для того, чтобы добиться определенной цели по оптимальному сценарию. Может быть, даже мы определим некий такой перечень или комплект ключевых целевых показателей, как, например, срок погашения дебиторской задолженности, или, может быть, финансовый цикл, или, может быть, критическая ставка кредитная и так далее. Соответственно, после того, как мы с вами разработали финансовую политику, нам нужно ее зарегламентировать, да, создать некий документ. Назовем ее, например, также финансовая политика. И данный документ мы доводим до сведения всех центров финансовой ответственности и, может быть, даже назначаем ответственные центры за определенные показатели для того, чтобы их уже мотивировать, соответственно, за выполнение определенных действий. Соответственно, финансовая политика, как мы уже с вами и выяснили, это совокупность мероприятий, целенаправленных действий по использованию финансовых отношений, любых абсолютно, для достижения поставленной цели. Ну а цель мы с вами поставили, применив сценарный подход в нашей финансовой модели. Какие ключевые финансовые показатели, например, мы можем описать и довести до исполнения, да, центром ответственным? Продолжительность финансового цикла, то есть некий кассовый разрыв. Допустимый процент продаж в кредит, то есть какой процент от нашей отгрузки может быть с рассрочкой платежа. Оптимальный для нас или целевой период погашения торговой дебиторской задолженности. Также критический период погашения торговой кредиторской задолженности. То есть если мы говорим про критический показатель, ниже его опускаться нам нельзя, нам будет невыгодно. Допустимый процент кредитной нагрузки к какому-либо финансовому результату, то есть взяли проценты за кредит, поделили на, например, чистую прибыль, получили процент кредитной нагрузки, устанавливаем какой-то определенный целевой уровень. Целевая структура капитала, в пользу чего наш капитал должен преобладать, собственного или заемного. Допустимый уровень или процент финансовых скидок, дисконтов и так далее. И третий пункт. Принятие управленческих решений с использованием финансового моделирования. Какие действия и мероприятия помогут бизнесу в кризис? Конечно, это не исчерпывающий, коллеги, перечень, далеко не исчерпывающий, но вот как основные мероприятия, что стоит рассматривать, да, сценарный подход, к чему применять, перепрофилирование бизнеса, сегментирование бизнеса, то есть выход на какой-то определенный сегмент рынка, может быть, на тот, на который мы раньше не выходили, игнорировали, но считали, что это, в общем-то, низшая ступень, да, для нас и так далее. Изменение условий договоров с целью оптимизации финансового цикла, то есть переговоры с поставщиками, переговоры с ключевыми покупателями для того, чтобы покупатели с нами рассчитывались как можно быстрее, а мы с поставщиками, наоборот, рассчитывались как можно дольше. Предоставление скидок цены для увеличения объемов продаж в условиях эластичного спроса. Вот чтобы применить модель к этому пункту, здесь существуют тоже определенные методики, которые мы рассматриваем на курсе управленческий учет и бюджетирование. Предоставление скидок клиентам за объемы покупок. Оптимизация ассортимента в условиях ограничений.
Конечно, вы со мной согласитесь, что оптимизация ассортимента важна всегда. Но есть еще такой метод управленческого учета, как оптимизация ассортимента в условиях ограничивающих факторов. Так вот, в кризис основным ограничивающим фактором является какой ресурс, как бы вы думали? Вот здесь я вам вопрос напишу, и, пожалуйста, напишите мне в чат. Так, коллеги, кто-то хочет голосом сказать, я так понимаю, нет? Как вы думаете, какой основной ресурс ограничен в кризис? Так, ликвидность, ну, тепло, тепло, спрос, спрос, да, в первую очередь спрос, конечно, в условиях ограниченного спроса оптимизируем ассортимент, несомненно, Елена, согласна с вами? Еще после спроса, какой у нас ресурс ограничен в кризис? То есть первичен спрос, а вторичные денежные средства, Юля, согласна? Вот, как раз-таки сегодня с использованием финансовой модели мы будем с вами оптимизировать ассортимент в условиях ограниченных денежных средств. Следующее. Стимулирование денежного потока через предоставление финансовых скидок клиентам. То есть если клиент оплачивает счет за какой-то определенный период времени, или, например, раньше, да, договорного срока, то он получает скидку, постскидку. А, соответственно, он нам уже заплатит меньше, чем мы как бы ему отгрузили, да, и мы оформляем это финансовой скидкой. Нужно тоже просчитать, кому мы будем давать, по каким товарным позициям мы будем предоставлять такие финансовые скидки, да, естественно, не по всем. Вот, какой критический размер этой финансовой скидки для нас и так далее. Следующее. Мероприятие по сокращению постоянных затрат. Но вот сейчас уже об этом много-много кто чего говорит, да. Понятно, что в первую очередь предприятия начинают сокращать постоянные затраты, которые раньше были им доступны, а сейчас в кризис это уже как роскошь, да, с этого мы начинаем. Но постоянные затраты можно не только сокращать, их можно оптимизировать. И вот почему здесь выделена жирным оптимизация затрат и оптимизация ассортимента в условиях ограничений? Потому что сегодня на примере финансовой модели мы как раз-таки об этом будем говорить. Далее, конвертация активов. Что это такое? Это продажа одного актива, приобретение другого. То есть мы актив конвертируем из одного в другой. Да? Если нам что-то, например, не очень сейчас нужно, то мы продадим и возьмем что-то другое. А, например, ну, это самый, наверное, крайний случай, продать компьютерную технику, транспортную технику и взять в лизинг. Самый крайний случай, если, например, нам нужны денежные средства срочно. Конвертация обязательств. А у нас есть задолженность перед персоналом, и мы эту задолженность по оплате труда конвертируем в некие займы беспроцентные, опять же, коллеги, по договоренности с персоналом, только по договоренности, да? Хеджирование валютных рисков, соответственно, сюда тоже можно отнести, такой инструмент известный всем. Факторинг и дисконтирование счетов фактур. Что такое дисконтирование счетов фактур? Название достаточно такое вот универсальное и обиходное. Сейчас у нас не счета фактуры, а универсальные первичные документы. Как только мы что-то отгружаем, мы универсальный платежный первичный документ сдаем, да, фактору в банк и... не дожидаясь сроков по договору поступления дебиторской задолженности, фактор нам их, эти денежные средства, перечисляет, но с неким дисконтом, да, что-то берет, какой-то процент себе забирает. Вот. И другие, многие другие бизнес-решения, прежде чем применять на практике, конечно, нужно оценить их целесообразность, взвесить все плюсы и минусы. Финансовые модели нам в этом помогают, несомненно. Резюме. Если мы что-то меняем в условиях хозяйствования, какие-то факторы, то, как правило, на выходе поменяется не один показатель, а поменяются сразу несколько. Если увеличится, например, финансовый результат, то возникает вопрос, а что будет с денежным потоком? Или наоборот? Соответственно, вот чтобы оценить все плюсы и минусы в комплексе, финансовая модель помогает. Она помогает оценить влияние всех факторов на результаты деятельности, в совокупности для целей принятия верных управленческих решений. Коллеги, по теории все. Я сейчас переключаюсь на практику.
Вы, соответственно, можете смотреть, что я делаю. Можете пробовать, ну, не скажу, что пробовать, да, можете повторять за мной. Но у нас минус с вами ограниченное время, конечно. Вот есть такой отрицательный момент. Или можете сразу открыть практикум заполненный и по ходу смотреть уже заполненный, да, просто вот отслеживать, что я делаю, и сверять с тем, что уже сделано. Коллеги, еще раз попрошу, отключайте, пожалуйста, микрофончики, если вы ничего не хотите сказать. Итак, если вы готовы перейти к практике, я жду от вас плюсики, пожалуйста, в чат. Так, есть, спасибо большое. Окей, тогда я сначала прокомментирую. В общем-то, обратите внимание на тему построения финансовой модели для цели оптимизации финансовых результатов по текущей деятельности. Мы здесь отсекаем инвестиционную. Так, Татьяна, в личном кабинете. В личном кабинете раздел «Мои курсы, моя группа» внизу странички. И в скобках в теме написано «Оптимизация ассортимента в условиях ограничений». И, как мы уже сказали, основной ограничивающий фактор в реальное время, да, в настоящее, это денежные средства. Если вы раскроете, вот как я сейчас сделала, столбец «Б», у нас будет примечание по каждому показателю. То есть где что все можно взять, да, что-то мы берем из бухгалтерии или данных управленческого учета, что-то мы рассчитываем сами и так далее. То есть примечаниями можно пользоваться, но я их скрою. Рассматриваем предприятие, которое занимается оптовой торговлей, электротехническим оборудованием. Я взяла самый последний месяц, фактически апрель. У данного предприятия 4 товарные группы. Вы их видите сейчас. А в чем проблема у предприятия? В общем-то, до настоящего момента времени финансовые результаты были и так не ахти, да? Но вот по апрелю спрос очень резко просел на все товарные группы, на все 4, примерно на 20%. Соответственно, финансовый результат в виде чистой прибыли ушел в минус. Кроме того, у предприятия проблемы с платежеспособностью. Кредитные ресурсы ему уже навряд ли будут доступны, потому что это предприятие достаточно закредитовано. Банки отказывают в кредитовании. Соответственно, что мы можем сделать? Чем мы можем этому предприятию помочь? Как написано, необходимо стимулировать спрос. Но спрос, чтобы стимулировать, да, нужны дополнительные затраты, как вы понимаете сами, на рекламу и маркетинг. Так вот, решили рекламировать, что называется, продвигать не все 4 группы товарные, а выбрать какую-то одну, наиболее выгодную. У нас есть затраты на рекламу около 600 тысяч в месяц. Вот по 16 строчке мы их видим. Эти затраты, они ежемесячные, но до этого предприятие рекламировало все товарные группы. Это контекстная реклама. Сейчас эти затраты принято оптимизировать, то есть оставить их в том же размере, в котором они были, только сосредоточиться на самой выгодной товарной группе. Как вы думаете, как мы можем определить, по какому показателю или по каким критериям выгодность товарной группы? Как можно сказать, что та или иная товарная группа для нас наиболее или наименее выгодная? Как вы считаете? Что нам применять, на что нам смотреть, напишите в чат, пожалуйста. Выручка. Но у нас же еще есть и затраты с вами. Маржа. Так, маржинальная прибыль. Маржа. Коллеги, смотрите, да, рентабельность. Рентабельность характеризует процент некой наценки. Маржа. Показатель такой, ну, скажем, по начислению, согласитесь, да? Это цена минус затраты переменные. А что же будет с деньгами?
актуальность. Ну, они все актуальны, так скажем. Эти группы. Мы сейчас с вами не будем говорить в этой задаче про то, что можно проводить там переговоры с заказчиками, с клиентами и так далее, да? Почему? Потому что на данный момент уже все возможные, какие были переговоры, проведены. Чистая прибыль. Угу. Так, ну смотрите, коллеги, в общем-то задача определить товарную группу, по которой предприятие получит наибольший прирост финансового результата, то есть чистой прибыли, это раз. И так как проблемы с платежеспособностью, да, чистую прибыль мы получим, но чистая прибыль – это бумажный показатель. Мы на расчетном счете ее можем не увидеть с вами. Так, уже пошли ответы, где комплексные показатели берутся, да? Соответственно, еще помимо прироста финансового результата, нам с вами очень важно найти ту группу, которая даст наибольший прирост чистого денежного потока по текущей деятельности. Вот, я сейчас это выделила, вы можете посмотреть. Значит, прирост финансового результата важен, это раз, раз, но еще важен и прирост чистого денежного потока. Я думаю, согласитесь со мной, потому что можно получать финансовый результат, но с денежными средствами в этот момент будет абсолютно, ну так скажем, нехорошая картина. И в отсутствии, опять-таки, каких-то кредитных ресурсов доступных, это будет, ну прям-таки, скажем, прямое указание бизнесу к закрытию. Вот, как нам можно с вами построить финансовую модель, чтобы принять такое бизнес-решение? Давайте начнем. Какие-то данные у нас есть. Объем продаж в натуральном выражении. Это первая строчка. Объем продаж в рублях. Это выручка. Выручка нет, а без НДС по каждой товарной группе. Средняя цена реализации. Понятно, откуда мы ее взяли. Мы объем продаж в рублях поделили на объем продаж в натуральном выражении. Получили цену в рублях. Дальше. Есть информация по запасам товаров на начало периода. Это в стоимостном выражении у нас запасы, не количество. То есть некое такое балансовое значение, да, то, что мы видим с вами в балансе. Следующий показатель по 11 строчке. Поступление товаров за период. Так как это торговое предприятие, то товары учитываются на 41-м счете. Ну, так скажем, это дебет 41-го счета. Запасы товаров на конец периода. Это сальдо по 41-му счету. То есть сколько осталось товаров на конец периода в стоимостном выражении. По 13 строчке мы можем с вами посчитать себестоимость продаж. Если вспомнить бухгалтерию, оборотно-сальдовый метод, сальдо начальное плюс дебет минус кредит равно сальдо конечное. Себестоимость продаж – это кредит 41-го счета. Да? Соответственно, мы себестоимость продаж с вами можем посчитать, каким образом, можете написать в чат. Я пока глоточек воды сделаю. У нас все данные есть с вами для того, чтобы посчитать себестоимость продаж. У нас есть запасы на начало, на конец, и есть поступление товаров. Абсолютно верно. Спасибо большое, Василий. Мы берем запасы на начало плюс дебет, да, и минус запасы на конец. Соответственно, мы получаем себестоимость реализованной продукции, проданной. Это у нас, несомненно, затраты переменные, зависящие от объема продаж, от уровня деловой активности. Никак иначе. Дальше. Нам нужна удельная себестоимость продаж, то есть на единичку в рублях. Мы берем себестоимость продаж в стоимостном выражении и делим на объем продаж в натуре. Но чтобы нам получить не в тысячах рублях, а в рублях, мы еще умножим на 1000. Так как у нас базовая единица измерения в таблице 1000 рублей, это вверху в шапке указано, но вот такие показатели, как цена, удельные расходы, чтобы они у нас не получались слишком низкие, меньше нуля, да, мы их приводим уже в рублевый эквивалент, соответственно, умножаем на 1000.
Далее. Многие из вас писали про маржинальную прибыль. Да, я с вами соглашусь абсолютно целиком и полностью. Напомню вам, как считается маржинальная прибыль. Маржинальная прибыль равна выручка минус переменные, зависящие от уровня деловой активности затраты или расходы. Соответственно, себестоимость, нам только взять продаж, будет с вами мало, потому что еще есть расходы, связанные с доставкой товара до предприятия, с доставкой товара от предприятия до покупателей, да, расходы на упаковку предпродажную, и они все связаны с уровнем деловой активности. То есть чем больше мы продаем, тем больше таких коммерческих переменных расходов у нас возникнет. Соответственно, мы их тоже должны учесть в расчете маржинальной прибыли, иначе никак. Хотя в бухгалтерском учете этого никто не делает. А нам даны коммерческие расходы, но не в разбивке по товарным группам мы видим. У нас есть итоговая сумма и есть размеры статей. Нам нужно разбить по товарным группам. Давайте мы пойдем с вами следующим путем. Будем смотреть каждую статью. Расходы на доставку товаров от поставщика и внутреннюю приемку. Если вы откроете плюсик между А и С, да, примечание, то вы увидите, что здесь стоит некая приписка «Учет по методу ABC» – Activity Based Costing. Есть такой метод в управленческом учете. Применяется для того, чтобы распределять косвенные затраты на продукт и распределять с наименьшей погрешностью. А переводится он как учет затрат по функциям. Под каждую определенную статью затрат мы с вами выбираем свою базу распределения, свой уровень деловой активности. Но этот уровень деловой активности, несомненно, должен быть связан с основным уровнем деловой активности, то есть с продажами. Вот в данном случае у нас стоит количество поддонов с учетом общего количества поставок. А приходит товар на предприятие, разгружаем газель, да, считаем количество поддонов. Вот оптический кабель у нас пришел там в размере 5 поддонов, LAN-кабель в размере 25 поддонов. И так, в принципе, каждую газель, каждый приход. Соответственно, чтобы применять метод АБЦ, нужно вводить дополнительный учет на предприятии. Да, вы как бы уже догадались, но оно того стоит. Нам здесь дано количество поддонов итоговое и по каждой товарной группе. Соответственно, вот наши расходы на доставку товаров от поставщика 672 тысячи я сейчас распределю пропорционально этим поддонам на каждую товарную группу. По оптическому кабелю беру поддоны, делю на общее количество поддонов вообще по всем товарным группам, получаю как бы коэффициент или удельный вес, и этот удельный вес умножаю на те затраты, которые хочу распределять, на итоговые суммарные 672. Считается, что метод АБЦ дает меньше погрешностей, меньше искажений для калькулирования себестоимости. Таможенные пошлины, сборы, услуги брокеров. Так как товар мы привозим из-за границы, да, то по всему товару у нас, в принципе, есть таможенные пошлины, сборы и так далее. Здесь в примечании сказано, распределяем пропорционально стоимости поступивших товаров. Находим поступление товаров, можно сказать, что это закупка по каждой товарной группе, соотносим к итогу и умножаем на распределяемые затраты в размере 453 тысячи. По данной статье я не применяю, да, метод, точнее предприятие не применяет метод, так, сейчас, одну минуточку, что-то не то сделано, что ли. Метод АБЦ, а применяет метод нахождение более, как бы так скажем, подходящей базы распределения. То есть здесь у нас стандартное распределение.
абсолютно стандартная. Так, сейчас еще одну минутку. Равно поступление товаров делим на итог и умножаем на 453, 145. Вот. Дальше идем. Да-да-да, я уже поняла, что что-то не зафиксировала. Расходы на упаковку товара. Распределяем пропорционально стоимости продаж. Меня радует, что вы считаете вместе со мной. Спасибо вам большое. Распределяем пропорционально себестоимости продаж. Здесь упаковочный материал в основном. Соответственно, наилучшая база распределения – это себестоимость продаж. Так. И расходы на доставку товаров до покупателей мы будем распределять пропорционально количеству тонн на километров. Что это такое? Когда мы везем товар до покупателя, мы опять-таки загружаем машину, газель, фуру, неважно, да? Загружаем разными товарными группами. Перед загрузкой мы взвешиваем, сколько оптического кабеля, сколько LAN-кабеля и так далее. Взвесили, зафиксировали и далее этот вес по каждой товарной группе умножаем на общий километраж, куда у нас машина едет. Каждую такую доставку фиксируем. И в итоге за месяц получаем количество тонн километров по каждой товарной группе. Соответственно, расходы на доставку товаров покупателям распределяем по этим тонн километрам. Мы распределили все статьи коммерческих расходов, остается подсчитать их сумму и выйти на итоговые 2 587 тысяч. Так, проверяю, да, все сходится, значит, все распределено, технически верно, иначе быть не могло бы. Удельные коммерческие расходы на единичку. Мы берем коммерческие расходы, вот я беру по оптическому кабелю 989, делю на объем продаж в натуре и умножаю на 1000. Все эти данные нам будут с вами нужны в дальнейшем обязательно. Соответственно, удельные коммерческие расходы у нас, как вы понимаете, будут добавляться к удельной себестоимости продаж для того, чтобы верно подсчитать маржинальную прибыль, да, маржу на единичку. Значит, маржинальную прибыль мы с вами сначала подсчитаем суммарную на весь объем реализованной продукции. А выручка минус себестоимость продаж и минус коммерческие расходы переменные, которые мы распределили на каждую товарную группу. Теперь мы рассчитаем маржинальную прибыль на единичку, маржа, что называется, да, и можем составить рейтинг товарных групп. Если бы у нас были бы не товарные группы, а, например, товары, то мы составляли бы уже рейтинг каждого товара. Здесь у нас по группам. Берем маржинальную прибыль и делим на количество продаж. Ну и, соответственно, чтобы нам получить значение, удобно просматриваемое, умножим на 1000. 66 копеек у нас маржа по первой товарной группе. 2 рубля 30 копеек по второй, 6 рублей 19 по третьей и 0,75 или 75 копеек по четвертой. Соответственно, скажите, пожалуйста, какая товарная группа здесь наиболее для нас выгодная по данному показателю?
по маржинальной прибыли на единичку. Да, конечно. Конечно, третье. И мы ставим рейтинг. Один, два, три и четыре. Соответственно, можем вывод некий написать. Ну, чтобы время не терять, я его сейчас скопирую из заготовленного у меня файла и просто вставлю. А вы его можете прочитать. Для увеличения прибыли от продаж необходимо стимулировать продажи, для увеличения прибыли, да, от продаж, обратите внимание, необходимо стимулировать продажи электрокабеля. Так, идем дальше. Ну, во-первых, мы с вами не рассчитали итоговый финансовый результат, чистую прибыль, а во-вторых, мы с вами не оценили денежные потоки, поэтому мы идем дальше, несомненно. У нас есть коммерческие, управленческие, но расходы уже постоянные, да, которые не зависят от объема продаж, которые из месяца в месяц одинаковые, если, конечно, мы только не принимаем решение их сокращать. А сумма по ним у нас подсчитана, соответственно, операционную прибыль мы рассчитываем как маржинальная прибыль минус сумма постоянных затрат. И можем посчитать с вами операционный рычаг. Он рассчитывается как деление маржинальной прибыли на операционную прибыль. Он у нас равен 6. Чем больше операционный рычаг, тем больше разрыв между этими двумя показателями. А чем больше разрыв, тем больше уровень постоянных затрат. Да? Здесь опять-таки мы с вами сразу можем решение принимать, что затраты постоянные, в общем-то, они ну, такие значительные, они съедают практически всю маржинальную прибыль. Нужно что-то с ними делать, думать, да, как-то их сокращать или оптимизировать, даже за рамками там, вот, затрат на рекламу. Дальше идем. У нас есть прочие доходы и расходы по 91-му, что называется, счету. Проценты за кредит, доходы и расходы от операции хеджирования, прочие доходы, прочие расходы. Здесь есть примечание, что это доходы, связанные с продажей основных средств, и расходы тоже связанные с продажей основных средств. Мы их тоже все, несомненно, учитываем. Операционная прибыль минус проценты за кредит плюс доходы от хеджирования минус расходы от операции хеджирования плюс прочие доходы и минус прочие расходы. У нас получается минус 1,5 миллиона. Да? Вот это убыток реальный, который есть за апрель. По бухгалтерии, может быть, мы увидим другую сумму. Сами, наверное, да, догадываетесь, почему. А налог на прибыль здесь нулевой, но по данным управленческого учета именно так. И чистая прибыль, соответственно, у нас такая же, как и прибыль до налога. Так, мы пока с вами не увеличиваем объем продаж электрокабеля, мы это будем делать после, когда уже будем говорить о неком таком сценарии, да, пока мы считаем модель, что есть. Теперь давайте смотреть с деньгами. А что у нас в плане денег? Вот для того, чтобы трансформировать все доходы, все расходы в денежный поток, в деньги, нам нужно учесть изменение дебиторской задолженности, изменение кредиторской задолженности, изменение запасов, да, потому что запасы у нас могут лежать на складе какое-то большое количество времени и не продаваться. А, соответственно, это замороженный актив. Денег мы от них не видим, хотя поставщику мы за них уже наверняка заплатили. Дебиторская задолженность на начало периода у нас есть, мы взяли по данным учета, на конец апреля тоже. Нам нужно рассчитать средний срок погашения дебиторки. То есть мы поймем, какой у нас срок, да, для того, чтобы получить деньги после отгрузки в среднем. Напомню вам, как мы считаем, если вдруг вы не помните, да, я сейчас в чат напишу, как мы считаем средний срок погашения дебиторской задолженности или оборачиваемости в днях. Для начала нам нужно посчитать оборачиваемость в количестве оборотов.
выручку поделить на среднюю дебиторскую задолженность, мы получим количество оборотов за период. То есть как за период получения выручки, сколько раз у нас обернулась дебиторка в деньги. Когда мы поймем, сколько раз она обернулась в деньги, после этого мы сможем с вами посчитать оборачиваемость в днях. И говорить уже о том, что мы знаем срок погашения нашей дебиторки. Оборачиваемость в днях, соответственно, чтобы посчитать, нам нужно взять количество дней в периоде, у нас это 30 месяц, и поделить на количество оборотов. Я в чат сейчас написала эти формулы. Мы же с вами посчитаем средний срок одной формулой. Я пойду с конца, чтобы не запутаться в скобках. Равно, мне нужна средняя дебиторская задолженность. Я беру дебиторку на начало плюс на конец, делю на 2. Все это заключаю в скобки. Дальше. Мне нужно взять выручку и поделить на среднюю дебиторку. Соответственно, я иду вверх, беру выручку. Но выручка у меня нет-то. А нужна она мне, конечно, с НДС, естественно, брутто. Поэтому умножаю на 1,2. Деньги к деньгам, что называется, да, потому что мы рассчитываем оборачиваемость дебиторской задолженности в деньгах, соответственно, и выручку мы уже берем с вами ближе, да, к деньгам, это с НДС, соответственно. Все это я беру в скобки. И теперь, чтобы получить количество дней, я 30 поделю на количество оборотов. 38 дней. Что касается каждой товарной группы. Мы не можем с вами отдельно посчитать срок погашения дебиторки по каждой товарной группе. Ну, понятно, потому что мы отгружаем комплексно, да, продаем комплексно и электрокабель, и ланкабель, и комплектующие и так далее. Поэтому я сделаю вот так. Скажем, что по каждой товарной группе это 38 дней. Срок расчетов покупателей с нами по каждой товарной группе 38 дней. Идем дальше. Что касается кредиторской задолженности, то здесь сроки погашения нам даны. И по каждой товарной группе, обратите внимание, они различны. То есть поставщики каждой товарной группы абсолютно разные. Какой-то поставщик вот по первой товарной группе позволяет рассчитываться с ним после отгрузки через 30 дней. Также и по ланкабелю. А вот по нашей наиболее маржинальной товарной группе требуется предоплата. За 10 дней мы оплачиваем поставщику, да, только потом уже получаем электрокабель. Далее, сроки обращения запасов. Нам они тоже нужны. Соответственно, у нас запасы есть в нашей модели вверху. Мы также считаем, мне нужны запасы на начало плюс запасы на конец. Делю на 2. Оборачиваемость запасов мы считаем не по выручке, а по себестоимости продаж. Запасы у нас без НДС и себестоимость продаж у нас без НДС. Все это беру в скобки. Делю на количество оборотов. Вот такая формула. Получаю сроки обращения запасов, то есть сколько дней запас лежит на складе перед тем, как его продали, да, перед отгрузкой. По каждой товарной группе обратили внимание, что это разные значения, это очень важно. А вот теперь мы с вами можем посчитать финансовый цикл. Как рассчитывается финансовый цикл? Это срок погашение дебиторской задолженности плюс срок обращения запасов в днях и минус срок погашения кредиторской задолженности. Давайте рассуждать, пойду с конца и рассуждать следующим образом. Поступает товар на предприятие. Через 16 дней мы его продаем, соответственно, я беру 16. Далее, плюс. Еще нужно 38 дней, чтобы дождаться денег от покупателей.
Соответственно, у меня получается 54 дня от того момента, когда приходит товар на предприятие, да, и до того момента, когда увидим деньги за него. Но вот где-то в середине, где-то в процессе, может быть, мы должны расплатиться перед поставщиком за товар. Минус 30. У нас получается разница между нашим операционным циклом, да, и кредиторской задолженностью, наш финансовый цикл или период времени от денег до денег, то есть от того момента, когда мы деньги платим поставщику, и до того момента, когда деньги к нам придут от покупателя. Можно сказать, что это некий кассовый разрыв, то есть 24 дня у нас оголены, у нас нету денег. И мы в эти 24 дня должны кредитоваться, да, чтобы поддерживать свою ликвидность. Соответственно, финансовый цикл в количестве дней, его часто называют кассовым разрывом. Несомненно, он стремится к минимуму. Идеальный финансовый цикл – это тот, который со знаком минус. И вот это очень важно. Я выделю это красным. Соответственно, мы можем с вами финансовый цикл посчитать по каждой товарной группе. Мы для этого и строили нашу модель. И теперь принимать решение по наиболее выгодной товарной группе не только на основании маржинальной прибыли, но еще и с учетом финансового цикла. Как это сделать? В общем-то, если когда-нибудь слышали теорию ограничений ТОС, да, то маржинальную прибыль делят на ограничивающие факторы, выбирают как выгодную ту товарную позицию, у которой этот показатель будет более как бы такой приемлемый, да. Мы здесь с вами возьмем маржинальную прибыль, она у нас есть, вот 0,66 или 66 копеек по первой товарной группе, умножим на 30, то есть представим, если бы мы в течение месяца в день продавали по одной штучке, да, получали бы тогда что. Если бы у нас с вами финансовый цикл составлял один день, то есть кассового разрыва, по идее, бы не было, он бы был бы однодневным. Мы бы тогда эти 30 поделили, как вот по формуле вы видите, на финансовый цикл на 1, например, да? И что мы бы получили? Мы бы получили маржинальную прибыль на единицу в контексте месяца, да? То есть суммарно, если мы каждый день продаем по одной единичке в деньгах, что бы у нас получилось бы? Получилось бы 19 рублей 85 копеек. Но так как реально-то у нас не 1, то мы вот эту единицу заменяем на то, что у нас есть в реальности. Пишите почту, если вы в личный кабинет не можете войти, вышлю, конечно. Но желательно, конечно, да, если бы вы в личный кабинет зашли, то там и запись была бы еще через какое-то количество дней. Соответственно, как у нас написано, маржинальную прибыль умножили на 30 и разделили на финансовый цикл. Вот этот показатель я назвала маржинальная прибыль на единицу, трансформированная в чистый денежный поток, да? Вы можете его назвать по-своему, может быть, это название вам не понравится, но смысл заключается в том, что если бы не было кассового разрыва, то мы получили бы за 30 дней 30-разовую маржу. С учетом финансового цикла кассового разрыва мы за 30 дней получаем, естественно, не 30-разовую маржу, да, а намного-намного меньше, потому что есть кассовый разрыв. Поэтому мы говорим, что это маржинальная прибыль, некая трансформированная в деньги. Так, хорошо, я сейчас скопирую ваш, да, e-mail и после вебинара отправлю. Все, скопировала. Далее, чтобы нам принять решение, у нас осталось совсем чуть-чуть, коллеги, но минут 5, я думаю, чтобы нам принять с вами решение. Этот показатель, он требует осмысления, да, если вам сейчас не совсем понятно вообще техника его расчета. Ну, советую как бы подумать над ним, опять-таки придерживайтесь, сейчас я скопирую формулировку, придерживайтесь этой формулировки. Смысл в том, чтобы нам оценить выгодность
не только по начисленной маржинальной прибыли, но и с учетом того, а как маржинальная прибыль будет превращаться или трансформироваться в деньги, в денежный поток. Примечание вставила, можете его почитать. Нам для принятия решений нужно рассчитать еще вот этот показатель. Так, по финансовым моделям курс. Вы знаете, такого курса у нас нет. У нас есть курс «Основы управленческого учета». Там мы рассматриваем финансовые модели, опять-таки, тематические. У нас есть комплексное прибюджетирование. Ну, еще раз скажу, что финансовой моделью можно считать любой экономический расчет, да? Поэтому отдельно выделенного курса нет. Значит, рассчитываем разницу между маржинальной прибылью на единицу, трансформированной в деньги, и между той маржинальной прибылью, которая у нас с вами по начислению. И вот по этой разнице, да, чем больше у нас трансформированная маржинальная прибыль в деньги, и чем больше она превышает нашу начисленную маржинальную прибыль, тем лучше. Так, примечание в чат хотите, да? Давайте. Соответственно, чем больше разница нашей маржинальной прибыли, трансформированной в деньги, над, да, превышение трансформированной в деньги прибылью над обычной начисленной прибылью, тем лучше для денежных потоков. Почему, коллеги? Ну, смотрите, если мы с вами принимаем решение стимулировать спрос по какой-то товарной позиции, по которой больше маржа, например, вот 6.19, где мы видели, да? Но мы же знаем, что при увеличении выручки также необходимо, для увеличения выручки необходимо увеличить оборотные средства, да? То есть, чтобы больше продать, нужно больше купить. Но чтобы больше купить, нужны деньги. Соответственно, не факт, что та товарная группа, по которой маржа больше, нам даст больший приток денежного чистого потока, да? И принимаем мы решение, естественно, в данном случае уже по этому показателю разница между МП на единицу, трансформированной в чистый денежный поток, и просто начисленной маржинальной прибылью. И вот здесь рейтинги у нас уже выстраиваются чуть-чуть по-другому. На первом месте у нас вторая группа. На втором месте первая. Та, которая по марже была самая оптимальная, она у нас самая худшая. Так вот, для того, чтобы избежать каких-то негативных финансовых последствий, да, или, так скажем, нивелировать их максимально, лучше оптимизировать ассортимент по той товарной группе, которая нам принесет больше денег. С одной стороны. С другой стороны, для того, чтобы генерировать эти деньги за несколько периодов деятельности, нужно еще и обращать внимание на финансовый результат, на нашу с вами прибыль, несомненно. И вот этот показатель по 54-й строчке, он как раз-таки позволяет в совокупности дать оценку, да, наивыгодности товарных групп как раз по финансовому результату и по денежному потоку сразу. Соответственно, так, ну вот что касается курса по финансовым моделям, у нас его, честно, нет, вы можете написать, да, в администрацию, ну, как бы так, свое пожелание в этом. У нас практикуется так, что слушатели пишут пожелания, и, возможно, мы когда-нибудь его разработаем. Давайте посмотрим теперь, рассчитаем чистый денежный поток по деньгам и опробируем наш метод. Что у нас получится? Применим сценарий. Конечный финансовый, так, расчетный чистый денежный поток от текущей деятельности мы с вами посчитаем двумя способами, косвенным и прямым. Опять-таки на курсе мы это тоже рассматриваем более подробно.
Начнем с косвенного. Нам нужен финансовый результат, от которого мы оттолкнемся и будем его превращать, трансформировать в деньги. От текущей деятельности. Вот в качестве финансового результата я возьму нашу операционную прибыль. Проценты за кредит брать не буду. Все прочие доходы и расходы брать не буду. Почему? Потому что они связаны не с текущей деятельностью, да, а с финансовой либо с инвестиционной. Но налог на прибыль я учту. Хоть он и нулевой, но формулу я это заложу. Далее. Амортизация. В косвенном методе она обязательно учитывается. Почему? Потому что в прямом мы ее не учитываем. Косвенно это некий такой перевертыш. Амортизация у нас тоже есть. Дальше мне нужно изменение дебиторской задолженности. Дебиторская на конец минус дебиторская на начало. Мне нужно изменение кредиторской задолженности. Конец минус начало. И нужно изменение запасов. Запасы на конец минус запасы на начало. Рассчитываю, применяю формулу. Беру финансовый результат плюс амортизация минус изменение дебиторки плюс изменение кредиторки и минус изменение запасов. Выхожу на чистый денежный поток по текущей деятельности косвенным методом. Мы видим, у нас здесь отрицательный, да, дефицит денег, соответственно, необходимы кредитные ресурсы. Но вот в этом месяце, в апреле, предприятие кредитовалось, в мае уже навряд ли это получится. И давайте посчитаем прямым методом. Поступление денег от покупателей равно. Беру дебиторскую задолженность на начало периода. То есть сколько на начало периода уже должны покупатели. Плюс выручку. Но выручка мне нужна с НДС. И минус дебиторская задолженность на конец периода. В итоге я выйду на поступление денег. Выплаты поставщикам за товар равно. Беру кредиторскую задолженность на начало, то есть сколько на начало месяца я должна была поставщикам. Плюс. Закупка поступления товаров с НДС умножить на 1,2 и минус кредиторская задолженность на конец периода. И я получаю выплаты поставщикам за товар за период. Но помимо товара у нас еще были расходы, по которым кредиторская не возникала в нашей модели, да? Хотя она на практике могла возникать. Но мы этот фактор проигнорировали, он для нас не очень-то, так вот скажем, релевантен. Поэтому мы скажем, что все коммерческие и управленческие расходы у нас будут оплачены. Но так как мы применяем не косвенный, а прямой метод, то амортизацию мы не учитываем, потому что амортизация у нас никак не учитывается по счетам учета движения денежных средств. И еще у нас есть НДС, так как мы его учли в поступлениях, выплатах, да, соответственно, мы должны рассчитать итоговый НДС, какой у нас получается, к уплате или к возмещению. Равно я возьму две скобочки, между ними знак минус. В первой скобке у меня будет исходящий НДС, во второй входящий. Исходящий. Выручка умножить на 0,2, а входящий НДС. Это закупка или поступление товаров умножить на 0,2. И теперь, как в нашем ОДДС, БДДС мы делаем, рассчитываем чистый денежный поток, да, поступление минус все выплаты. Соответственно, мы выходим на ту же сумму. НДС входящий, так, НДС по расходам вы имеете в виду, который у нас вот здесь вот, да? Ну, смотрите, опять-таки мы, когда учитывали выплаты, его с вами не брали, да? Хотя, да, вы верно заметили,
принципе, он тоже имеет место быть у нас, и реклама, и содержание склада. Да, он имеет место быть, тогда у нас чуть-чуть денежный поток итоговый поменяется. Согласна с вами, да, можно учесть, даже нужно. Итак, это вот то, что у нас есть на данный момент. Теперь, если мы откроем здесь, показать сделаем, откроем здесь листик, финансовая модель, сценарий 1. Вот здесь мы имеем все те же самые данные, какие мы посчитали по апрелю, но с учетом того, что мы их экстраполировали на май. Обратите внимание, здесь у нас пошел май месяц. Что значит экстраполировали? В принципе, за основу взяли те же сроки погашения дебиторки, кредиторки, запасов, все-все-все. Но остатки у нас переходящие с апреля на май. То есть те остатки, которые были на конец апреля, они стали на начало мая. Все остальное осталось прежним. И объем продаж мы пока с вами не меняли. Мы вот сейчас его будем менять, будем смотреть, что у нас получится по той или по иной, товарной группе, да, чтобы оптимизировать наш ассортимент, оптимизировать затраты на рекламу. Но обратите внимание, у нас тот же финансовый результат по чистой прибыли, а денежный поток у нас чуть-чуть другой. Как вы думаете, почему у нас дефицит меньше, хотя сроки погашения остались прежние? Данная модель, она абсолютно дублирует все, что у нас было на прежнем листе. Единственное только, какие-то данные переменные, вот они желтым, да, какие-то данные у нас красным подкрашены, исходные базовые, то есть то, что мы прям берем из прошлого листа, из той ситуации, которая есть сейчас. И какие-то данные у нас расчетные, зеленым. Для чего? Для того, чтобы поменять объем продаж и пересчиталось на выходе все. Пересчиталась чистая прибыль, пересчиталась, соответственно, и вся ситуация по денежному потоку. Все дело в том, коллеги, что по причине просевшего спроса в апреле, да, какие-то товарные запасы на конец периода у нас остались чрезмерными, и, соответственно, в мае не нужно было закупать их в большем количестве по сравнению с апрелем. Вот из-за этого дефицит по чистому денежному потоку мы здесь наблюдаем меньше. То есть если сравнить, посмотреть на том листе и на этом вот этот показатель поступления товаров, закупка, то в мае нам закупать товары нужно меньше, чем в апреле. Это естественно, потому что какие-то запасы остались, продали не столько, сколько планировали. Соответственно, был какой-то резервный страховой запас, он остался лежать на складе. Остальное все у нас то же самое. Мы видим тот же финансовый результат, минус 1,5 миллиона. И теперь давайте мы попробуем с вами поменять объем продаж. Ну, начнем с электрокабеля, где у нас маржа была. Да. И даже нужно, Оксана, конечно, это мы считаем на май, а нужно считать и далее, несомненно, конечно. Давайте мы по электрокабелю с вами вот тот объем продаж апрельский, скажем, что мы будем стимулировать спрос на электрокабель, всю рекламу контекстную направим именно на эту товарную группу, умножим его на 1,3, посмотрим, что у нас получится. Беру только электрокабель, умножаю на 1,3 для частоты эксперимента. Хотя знаю, что нужно оптимизировать продажу не электрокабеля, а LAN-кабеля. Что у меня получается? Давайте смотреть. Значит, чистая прибыль или убыток было 1,5 миллиона, стало 328 тысяч. Финансовый результат улучшился, несомненно. Хорошо. Но что у нас по деньгам? А по деньгам у нас большой дефицит денежных средств, да, и деньги нам взять неоткуда. Соответственно, несмотря на то, что по маржинальности электрокабель самый выгодный, но по денежному потоку далеко не так. Соответственно, теперь я из электрокабеля уберу 30%,
И так как мы рейтинг поставили по LAN-кабелю, последний, да, по показателю маржинальной прибыли, трансформированной в деньги, то LAN-кабель я умножу на 1,3. То есть скажем, что будем продавать на 30% больше именно эту товарную группу. Давайте смотреть, что у нас получается. Финансовый результат по убытку. У нас, конечно, не переходит в прибыль, да, но и не остается в таком размере, в котором был. То есть улучшение есть, несомненно. Но по чистому денежному потоку мы с вами наблюдаем дефицит, но он значительно меньше, да, чем в той ситуации, если бы мы увеличивали объем продаж третьей товарной группы. Соответственно, вот этот вариант, мы говорим, что он для нас наиболее оптимальный, и начинаем по нему уже создавать, описывать финансовую политику. Также вы можете поиграться, посмотреть, да, что будет, если вы, например, будете стимулировать и LAN-кабель, и оптический кабель, и так далее, и тому подобное. Кроме того, вы можете экстраполировать эти модели на последующие месяцы, да, конца года. Опять-таки, очень важны и деньги, очень важен и финансовый результат. Если сосредоточиться только на деньгах, то у вас в какой-то период времени пропадет их генерация, да, они не будут генерироваться, потому что не будет финансового результата. Если сосредоточиться только на финансовом результате по начислению, то у вас не будет денег, нужно будет кредитоваться. Вот, поэтому такой метод я вам показала, и опять-таки на примере финансовых моделей. Финансовую модель мы строим, как нам нужно, да, под себя. Вот, коллеги, теперь я готова, в принципе, отвечать на все ваши вопросы. Спасибо вам большое, что участвовали в вебинаре, кто до конца, да, тем более. Так. Так, файл финансовой модели. Елена, в личном кабинете. Если нет доступа, пишите электронку сейчас в чат, я вам отправлю. Еще раз, что касается курса, да, по финансовым моделям. Ну, честно говоря, навряд ли, конечно, да, такой курс мог бы у нас, наверное, быть, потому что все-таки курс основы управленческого учета, несмотря на то, что это основы, коллеги, не думайте, пожалуйста, что там какой-то вот примитив и самая начальная ситуация. Нет, основы это, то есть основные методы, основные, так скажем, модели, которые стоит использовать. Так, Илона, спасибо большое. Коллеги, если еще какие-то есть вопросы, может быть, по курсу управленческий учет, пожалуйста, пишите. Я пока здесь, я буду здесь до тех пор, пока вы, в общем-то, ну, то есть я уйду после вас, так скажем, да? Еще раз повторюсь. Что в личном кабинете вся информация у вас есть, абсолютно. Запись тоже будет в личном кабинете, да, но через несколько дней, как правило, через 3. Доступна она большое количество времени, но единственное, этот у нас такой вебинар не в рамках курса, здесь может быть не полгода, может быть как раз чуть-чуть поменьше, но, тем не менее, какой-то период времени запись полежит в личном кабинете. Так. После курса можно научиться внедрять управленческий учет в компании? Татьяна, да, я уверенно вам скажу, что да. Курс «Управленческий учет» мы рассматриваем тоже много практики, очень много там различной. Большой блок бюджетирования на примере производственного предприятия. Почему? Потому что на производственном предприятии масса бизнес-процессов, да, происходит. Торговля здесь далеко не все, все проще. Но, тем не менее, с уверенностью вам скажу, что да. Коллеги, кто остался, скажите, пожалуйста, что у вас с анкетками? Вам высылали анкетки или сказали их сейчас заполнять? Так, есть ли различия между финансовой моделью и моделью бюджетирования, или это одно и то же? Смотрите,
по своей структуре, по строению различий может не быть. Да? То есть какие формы в Excel нарисовали, они могут быть и для комплексной финансовой модели, они могут быть и для бюджетирования. Но по смыслу само предназначение разное. Модель бюджетирования нам для чего? Для того, чтобы мы там планировали. А модель финансовая для принятия каких-то решений. Может быть, отрывков решений, да? Может быть, каких-то решений краткосрочного характера. И этот характер, он более краткосрочен, чем сами бюджеты. Бюджеты у нас на год, да, а принимаем мы решения в контексте месяца. Кроме того, в бюджетировании мы учитываем вообще все, все факторы. Здесь мы отсекали нерелевантную информацию в модели, дабы на нее не отвлекаться. То есть то, что не исказит принятие решений, мы с вами не учитывали, как, например, вот НДС по прочим расходам, управленческим, коммерческим. Анкету не высылали. Так, очень плохо. А вы ее и не заполняете в личном кабинете, я так понимаю, да? Или заполняете все-таки? Поэтому все-таки по смыслу разница между моделью бюджетирования и финансовой моделью есть абсолютно. Да, там все, учитывается все, все факторы, а здесь отсекаются нерелевантные. Скажите тогда мне, пожалуйста, а вы не заполняете сейчас, да, в личном кабинете эту анкетку? А, то есть когда бесплатно анкетки нету. Вот так вот получается, да? А, и нету ссылки. Все, тогда вы меня, в общем-то, успокоили. Все, спасибо большое. Понятно. Хорошо, что нет анкеток. Так, еще если какие-то есть у вас вопросы. В общем-то, я пока попробую, кто меня прослушает на электронку. Да, до свидания, спасибо вам большое. В принципе, если вопросов нет, можно отключаться потихонечку. Опять-таки, если какие-то возникнут проблемы с личным кабинетом, всегда, я думаю, можно обратиться к администрации, они помогут. Так. А если большая номенклатурная группа, можно по этой модели посчитать? Ну, смотрите, можно считать по группам, да, а можно считать по каждой номенклатуре, по каждой позиции номенклатурной, в производстве, как правило. Или если у вас, вы имеете в виду много-много-много групп, да? А почему нет? Конечно, можно. Спасибо, Анастасия, вам тоже. По бюджетированию. Так, подготовка для курса. Коллеги, ну самое основное, вот в принципе, Excel, притом ничего особенного. Зашел в одну ячейку, сослался на другую. Мы там смотрим формулы, ну сумм есть ли, ВПР, ну притом я их детально показываю. Вот, какая еще подготовка? Да в принципе-то... Анна, а я не знаю, основы экономики, если проходили, это будет замечательно. Если у вас, в принципе, релевантный опыт работы или образования, тоже замечательно. Если ни того, ни того, ни другого нету, ну, в принципе, тоже такие у нас присутствовали по своему опыту, скажу, слушатели. Но им сложновато, конечно, им будет сложновато. Я, конечно, со своей стороны стараюсь максимально, да, донести, максимально помочь и так далее. Но не всегда это получается. Но еще зависит от людей конкретно. Кто-то приходит неподготовленный на 100%, но уходит с набором полезной для себя информации, даже больше, чем те, кто уже там были спецы и асы, да? То есть почему? Потому что человек хотел, вникал и старался. То есть не скажу, что без какой-то определенной подготовки на курсе делать нечего. Так, разбиратель на курсе внедрения бюджетной модели и управленческого учета в 1С ERP. Ну, смотрите, как таковой мы там ERP, конечно, 1С не открываем, не смотрим, но сам алгоритм, саму технику, да, как написать программистам то же самое техническое задание, вот по результатам курса вам будет легче.
такие слушатели присутствовали с определенной целью, то есть им нужно было переложить то, что у них есть, в 1С ERP, но опять-таки не самим, а с помощью программистов. И курс он им помог достаточно. То есть взаимосвязь показателей отследили и так далее. По терминам, как что называется в 1С, как что по курсу, могут быть расхождения, сразу скажу. Так, этот курс отличается от курса «Управленческий учет и анализ». Так, «Управленческий учет и анализ». Вот честно говоря, коллеги, честно говоря, по программе он отличается досконально, насколько я вот помню, программу смотрела. Я этот курс не веду, ведет Казакова Светлана Васильевна. Вот. А какие там вообще примеры практические, сложно мне сказать, не сориентирую вас. А, аудит, управленческий анализ и аудит. Там, наверное, больше акцент все-таки на методы ведения учета в программе, как таковые. У нас акцент больше на финансовый менеджмент, который в себя включает анализ, принятие решений и включает бюджетирование. Направленности курсов разные. Вы даже если программу посмотрите, откроете, да, то увидите, что там совсем-совсем другое. Более подробно я вам про этот курс, к сожалению, не расскажу, управленческий анализ и аудит, там уже другой преподаватель. Ну и, как правило, управленческий анализ и аудит – это уже последующая ступень после курса основы управленческого учета и бюджетирования. Соответственно, вы, если вы захотите, да, пойти вот на именно этот курс, то перед ним желательно бы сходить на основы управленческого учета все-таки. Так. Рассматриваются ли на курсы вопросы стандартизации управленческого учета, оперативного планирования и бюджетирования, написания регламентов? Ага. Ну, смотрите, мы там решаем пример, строим опять-таки комплексную модель в Excel, начинаем формировать бюджеты, операционные, переходим в финансовые, заканчиваем балансом, да, баланс у нас сходится. БДДС у нас косвенным прямым методом сходится, у нас там бюджет инвестиций. Притом производственное предприятие, соответственно, есть и остатки готовой продукции на складе, есть и незавершенка и так далее и тому подобное. Что касается регламентов, ну, как таковые, как их писать, из чего они состоят, конечно, там в курсе такого нет. Есть про финансовую структуру, центры финансовой ответственности. Ой, Оксан, нет, не подскажу. Вот это вот на сайте вы посмотрите. Но смотрите, Влад, что касается регламентов, у меня куча информации на эту тему есть, готовых и так далее. Да? Вы можете ко мне даже обратиться, независимо от того, запишите себе на курс или нет, я вам помогу. Или адрес мне свой сейчас напишите, я вам могу помочь, вышлю все, что есть у меня. Так. Угу. Так, я скопировала ваш адрес. В общем-то, вот все, что у меня есть, тоже регламенты интересуют, да? Интересно. Так, ну вы пишите сейчас адреса свои.
Кусково-Томск. Кусково-Томск, это я видела. Занимаемся производством оборудования, надеюсь, не медицинского. Управленческого учета нет вообще, надо писать с нуля. Влада, ну смотрите, мне кажется, вам на курс нужно. В контексте той информации, да, которую вы сейчас написали. Так. То есть примеры документов, да? Угу. Ну, не обещаю, что это сегодня. Может быть, завтра. Так. Ну, вроде бы я все ваши адреса, да, скопировала. Поэтому, коллеги, если производственное предприятие, то, в общем-то, я рекомендую, конечно, приходите на курс. Я думаю, что он вам поможет как-то хотя бы систематизировать, да, тот поток информации, с которым вам нужно справиться. Так, Екатерина, имеете в виду сегодняшнее, да? То, что сегодня у нас было. Оборонная промышленность. Да, хорошо, Екатерина, поняла вас. Угу. А, вам спасибо большое. Коллеги, ну если вопросов нет, тогда отключайтесь. Если совсем уже, да, вопросов нет. Ну, я думаю, что вот сейчас я закончу, да, и в общем-то не составит мне труда и ту, и другую информацию прислать вам. Всего вам доброго. Спасибо и вам тоже хорошего вечера. Так, Елена, сегодня. Сегодня постараюсь. Вот прямо сейчас сяду и разошлю. Так, а прогноз продаж в данной ситуации. А вы не про... эффект губной помады. Ой, честно говоря, нет. Даже не сталкивалась с таким эффектом. Прогнозирование продаж в методичке у нас к курсу управленческий учет описывается, но эффект губной помады, честно говоря, нет. Понятно.
Так, если вдруг вы от меня не получите, да, информацию, ну давайте я вам сейчас напишу свой адрес электронной почты. А, вы ждете информацию, да, Елен? Давайте я вам сейчас напишу свой электронный ящик. Я почему не отправляю? Потому что, соответственно, мне нужно закрыть эти файлы, в котором я работала, сохранить его и тогда уже вставлять. Я вам сейчас напишу свою электронку, если вдруг вы не получите. Но я думаю, все нормально будет. Так, ЦИБА, специалист. Сейчас вот пишу в чат. Так, сейчас посмотрим. Вот, поэтому вы спокойно отключаетесь. А, специалист не так написала. Специалист, он же у нас через... Сейчас, минуточку. Не переживайте, все вам отправлю. Так.
Была. Так, СО была. Наталья. Наталья. Была. Так, ну, в принципе, все, да? Управленческий учет и... Так, коллеги, кто ждет, отправила презентацию и сегодняшний практику. Вот. Ну, а чтобы регламент, это мне, конечно, надо посмотреть, что у меня есть. И тогда чуть-чуть попозже я вам обязательно вышлю. Так, ну что, я тогда отключаюсь, наверное.